А на Украине распространение другого заболевания – кори – достигло небывалых масштабов. Комитет Верховной Рады намерен требовать срочного созыва Совета нацбезопасности, чтобы объявить эпидемию. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на решение депутатов. Всего чуть более чем за месяц смертельно опасным вирусом заразились более 15 тысяч человек. Большинство из них – дети. Но объявить эпидемию на Украине сейчас просто некому. По правилам это может сделать только главный санитарный врач, но должность вакантна.